Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В ряде многоквартирных домов Видного проводится замена лифтов. Срок службы, согласно технического регламента безопасности лифтов, назначенный срок, составляет 25 лет. В Расторгуевском парке состоялась семейная игра «Покровские встречи». Надеюсь, что вот таких игр будет больше и приходить будут больше народу. В историко-культурном центре прошла интерактивная программа для дошкольников «Мир цветов». Ромашку я видела в городе, где бабушка живет, а розу в магазине. В ряде многоквартирных домов Видного проводится замена лифтов. В новых кабинках будет светодиодное и экономичное освещение, а дверные проемы оснастят умными датчиками, отвечающими за безопасность. Кроме того, лифты будут иметь тихий ход. Наш корреспондент Наталья Буслаева узнала, как идут работы в одном из домов по Жуковскому проезду. Когда лифту в доме исполняется 25 лет, его заменяют. Новая кабина оснащена всем необходимым оборудованием. И самое главное, он бесшумный и быстрый. Скорость подъема 1 метр в секунду. В доме номер 9 по Жуковскому проезду уже заменены 3 пассажирских лифта. В данный момент идет монтаж грузовых. Лифты, в отличие от которых стояли релейных, здесь уже электронные лифты стоят. И более их ремонтно пригодные. Срок службы, согласно технического регламента безопасности лифтов, назначенный срок, составляет 25 лет лифтов. После 25 лет лифты заменяются. Новые кабины впечатляют цветным дисплеем, где отображаются номера этажей, кнопочной панелью, отделанной шлифованной нержавеющей сталью. Особую эстетику добавляет необычный дизайн светильников. На высшем уровне и система безопасности. Главное – соблюдать правила. Грузовой лифт рассчитан на подъем не более 630 килограммов, а в пассажирском могут подниматься не более 5 человек. Данные лифты – производство «Нижегород Лифтмаш». Современные, надежные, комфортные по поездке. Самое главное, отвечают всем требованиям безопасности техрегламента Таможенного союза. Работа по замене лифтов заняла у специалистов около 2 месяцев. Жители дома отмечают, что особых неудобств процесс не доставил. Я просто люблю пешочком пройтись. Вот. Ну, на лифте только вверх ездили. Тем более, как рассказывает школьница Дарья, заменить лифты было необходимо, так как аварийные ситуации стали происходить в их доме довольно часто. Иногда в лифте застревали, а так больше ничего особо такого не было. А вы застревали в лифте? Да, было пару раз. В прошлом году по губернаторской программе капитального ремонта в округе было заменено 26 лифтов. В этом году запланировано заменить 8. В ближайшее время пройдут работы по монтажу 2 грузоподъемников в доме номер 7 по Советскому проезду. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Уже в 5-й раз клубы, входящие в МБУ по работе с молодежью «Энергия», провели семейные соревнования «Покровские встречи». На этот раз мероприятие состоялось в Расторгуевском парке. В Расторгуевском парке прошли семейные соревнования, приуроченные к Дню Отца. Мероприятие также совпало с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А организатором выступила МБУ по работе с молодежью «Энергия». Практически все наши клубы принимают участие в этом мероприятии. Это и прикладные клубы, и в том числе «Ратник». То есть это наше традиционное мероприятие «Покровские встречи». И проводим его тоже традиционно. У нас и конкурсы прикладные, и творческие, и технические, и в том числе военно-патриотические. Этапы тоже будут, и викторина будет. Старшие воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник» подготовили несколько соревновательных этапов для команд-участниц. Каждое испытание нужно было выполнить быстрее соперников по установленным правилам. Я думаю, это будет интересно, потому что себя проверить в экстремальных условиях – это здорово. Ну и наша игра еще освещается поддержку наших ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Вот, поэтому здесь все, кто хотел, пришел себя проверить. В каждую команду входили не только ребята из «Ратника», но и их папы. День отца они решили провести вместе со своими сыновьями, участвуя в командных играх и помогая советами. Впервые активное участие в «Покровских встречах» приняли представители Совета отцов муниципалитета.
Пригласили нас, потому что мы дружим, да, со всеми организациями, кто занимается молодежью в нашем городе. И, соответственно, от Совета отцов у нас участвуют наши ребята, которые занимаются в клубе «Расту мужчиной». Вместе с папами, вместе с мамами активно участвовать будут сегодня в сегодняшних соревнованиях. Несмотря на холодную, дождливую октябрьскую погоду, никого из ребят не покидал дух здорового соперничества и хорошее настроение. Им предстояла разборка-сборка автомата на скорость, прохождение полосы препятствий. На нескольких этапах необходимо было проявить навыки рукоделия. Не пропускал тренировок, может быть, дома там занимался, подтягивался, отжимался и ждал этого дня. Это моя первая игра в году, поэтому я даже чуть-чуть волнуюсь. Сегодня я отлично провел время со своей семьей, и размялся, и духовно отдохнул, так сказать. Отца надо любить как маму, можно так сказать. То есть вот мы отмечаем 8 марта, День матери, и сейчас надо отмечать День отца, то есть душевно дарить подарки, там вот это все. Надеюсь, что... вот таких игр будет больше, и приходить будут больше народу. Мы расширяем клуб, стараемся, чтобы приходило как больше, больше людей. По завершении соревнований все участники согрелись горячим чаем с пирогами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошла интерактивная программа для дошкольников «Мир цветов». Юные посетители узнали, из каких растений делают лекарственный чай, а какие можно самостоятельно культивировать в саду. Более подробно в сюжете Инги Янчук. Несмотря на октябрьские холода, методисты историко-культурного центра подарили дошкольникам возможность окунуться в летнюю пору и узнать, какие цветы можно встретить в это время года и как их различать. Мир цветов – это такой небольшой всплеск в лето, экскурс в лето. И не просто название цветов, здесь еще и история о каждом цветке. Но начнем мы с осени, потому что за окном пока дожди и настоящая осень. Тема цветов, она всегда прекрасна. Любые люди, они сразу расцветают, когда получают и видят цветы. Юные гости рассказали, в каких местах они встречали цветы, об особенностях которых они узнали на программе. Ромашку я видела в городе, где бабушка живет, а розу в магазине, а колокольчик только в мультиках. Как писал Максим Горький, дети – цветы жизни, и программа стала тому напоминанием. Каждый юный гость предстал в образе бутона и порадовал зрителей песней и танцем, которые им помогли выучить воспитатели детского сада и методисты центра. Они на следующий год пойдут в школу, и им, конечно, нужны выходы. Обязательно. Социализация для детей – очень важный момент в жизни, в их становлении как личности. Программа «Мир цветов» получилась познавательной и веселой. Яркие эмоции испытали и воспитатели, которые привели детей на мероприятие. Очень интересно, и умеет контакт с детками держать. Здорово. И деткам было интересно. И нам же интересно было. Кстати, мы тоже сидели и подтанцовывали. Интерактивное представление, созданное в районном историко-культурном центре, одно из цикла познавательных программ, которые проводятся в стенах здания регулярно. Дети расширили свой кругозор в сфере ботаники, а главное, провели время весело и с пользой. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Профессиональные автогонщики грязи не боятся. Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, в горках Ленинских состоялось закрытие 10-го сезона гонок на выживание. Посмотрела заезды по бездорожью наш корреспондент Юлия Стаферова. На старт, внимание, поехали. В горках состоялось закрытие 10-го чемпионата под названием «Гонки на выживание». В этом году погода по-настоящему осенняя, пасмурная и дождливая. Поэтому размытая трасса стала поистине испытанием для гонщиков. Но, как говорят, танки грязи не боятся. Один из организаторов мероприятия Никита Жиров напомнил правила. В трех отборочных заездах набираешь очки, по ним попадаешь в финал. Тот, кто не попал в этот финал, есть дополнительный отборочный, утешительный. Через него можно также попасть в финал. И в финале два круга, последний выбывает. Два круга, последний не выбывает. То есть нельзя приходить последним. Подготовить машину к гонке непросто. Необходимо знать большое количество технических составляющих. Но это стоит того, чтобы зрители получили удовольствие от заезда. Отличное настроение. За 44-й болеем номер. Вот он сейчас как раз перевернулся. Очень красиво у него получилось.
в итоге довел гонку вроде бы до конца. Ну, в принципе, нормально все. Как настроение, Артем? Хорошо. Нам очень нравится посещать данное мероприятие. Сегодня, конечно, погода чуть-чуть подкачивает, но все равно настроение хорошее. Да, Тём, за кого болеем? 63-й! В последнем заезде осеннего сезона первое место занял Александр Идрисов, номер его машины 39. Второе место у Андрея Березкина, 63-й. Тройка на машине Дмитрия Черкасова совпала с местом, которое он занял в общем зачете. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.